Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я, Владимир. Сегодня у нас на распаковочке две вот такие замечательные посылки. Здесь у нас игрушки. Игрушки для детей, для моего маленького ребятенка. Так что давайте откроем и посмотрим, что за игрушки. На самом деле я вам скажу, что заказывать игрушки в Китае на AliExpress намного дешевле и намного выгоднее, чем покупать в том же кораблике. В том же кораблике те же самые игрушки стоят дороже. Это уже я смотрел, проверял и много видел прямо похожих. И нереально дороже. И производство тот же Китай. Так что я думаю, насчет игрушек их лучше покупать все-таки на AliExpress, брать в проверенных магазинах. Вот уже несколько штук заказываю и приходят нормальные. Брали сначала мелкие игрушки, видео можете посмотреть, а сейчас вот уже решили взять покрупнее. Значит, пакет пустой, посылочка шла где-то около 3 недель, трек-номер отслеживался, оценено в $9. Вот такая вот штуковина, давайте откроем пакет. Запаковано не очень, но ломаться, в принципе, особо нечему, так что я думаю, ничего страшного не случится. Это вот такая вот дуга. Дуга крепится на коляску, на кроватку, на все, что вам нужно. То есть вы можете спокойно закрепить, и ваш ребенок будет всегда увлечен вот такими вот погремушками. Значит, как она крепится? Здесь есть вот две поворачивающихся вот таких вот защелки. То есть вы их повернули, нажали, они вот такие вот хоп-хоп-хоп, крокодильчики, и прицепили к кровати. Ничем не пахнет, отличного качества, яркие. Вот тут, правда, что-то косячок по прошивке. Но все равно заказываем в этом магазине уже не первый раз, и все нам отлично нравится. Материал не пахнет, материал хороший, пошито хорошо. Есть небольшие недочеты, но больше всего меня радует, что это не пахнет. На самом деле это, наверное, самый большой плюс. И можно повесить куда угодно. То есть вот так в стороны развели, уже повесили, допустим, на кроватку. На кроватку тоже должно хватить по ширине, я думаю. Вот так вот раз и повесили на кроватку. Но на коляску хватит, это точно. Так что вот такая вот штуковина. Убираем ее в сторону. И давайте приступим к распаковке второй посылки. Вторая посылка шла столько же. Заказана была в этом же магазине. Почему-то не отправили одной посылкой, что странно. Но может что-то у них там какие-то что-то неурядицы с поставщиками и все остальное. Оценена она в $2, трек-номер не отслеживался. А может быть, поэтому-то и не отправили одной посылкой. А может еще что-то, может, находилось на других складах. Значит, открываем и смотрим, что же у нас здесь. Пакетик пустой. А здесь у нас вот такая вот штуковина. Это как прорезыватель. Прорезыватель для зубов, для детей. Вот такая вот очень-очень интересная. Вот реально в ней можно запутаться. Там где-то что-то гремело, сейчас перестало. Такая штучка. Ничем не пахнет. Не знаю, что за материал, но по крайней мере не пахнет. Это уже огромный плюс. Разные цвета. На вкус пока не буду пробовать. Надо ее сначала помыть. Такая штуковина. Можно схватиться, путаться, запутаться. Вот. Очень интересная вещь. Так что вот такие вот игрушки мы заказываем из Китая, с AliExpress. Кому будет интересно, перейдите под видео, подписывайтесь на канал. Под видео будет описание, будут ссылочки на все товары, которые я распаковываю. Пожалуйста, переходите, смотрите. В других видео есть другие ссылочки. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик оповещения. А на сегодня все. Сегодня была такая короткая распаковочка. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Владимир. И это был канал «Китай стал ближе». Всем пока. До новых встреч.